Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые коллеги, партнеры, контрагенты. Столкнулись с тем, что не всегда можно сразу же понять, как связаться с лабораторией психологического обеспечения, и я бы в этом видео хотел бы обратить внимание вот на такой раздел «Контакты». Вот это наша главная страница, и на этой главной странице в самом низу есть вот такая вот небольшая часть, посвященная телефонам офиса заведующего лабораторией и директора НПЦКМЭ. И, кроме того, есть вкладочка «Контакты». Вот она здесь находится. При нажатии на нее мы попадаем в раздел «Контакты», и сразу же можно увидеть в таблице телефон офиса лаборатории, офисный телефон и e-mail для связи с офисом, с сотрудниками по каким-то общим вопросам. Телефон зав. Лаборатории Шабановой Людмилы Викторовны и ее личный персональный электронный адрес. Многие из вас уже ее знают, прекрасно с ней общаются. И написать ей можно вот по этому электронному адресу lpfo.org@gmail.com. И я ваш покорный слуга, Бороздин Виктор Николаевич, это мой сотовый телефон, мой персональный электронный адрес, ну и кроме того, можно со мной связаться по Вайберу, другими какими-то вещами, там, скайпом, еще чем-то, я не пользуюсь. Соответственно, здесь можно увидеть информацию о нашем юридическом адресе и времени работы лаборатории. Поскольку очень много у нас контрагентов из разных, абсолютно разных, мест нашей необъятной России, соответственно, здесь вот такая вот табличка, начиная с Калининграда, то есть западных областей, и до самого востока, до Камчатки. Расписано время лаборатории, работы лаборатории, наше местное время, как мы работаем, это время по городу Екатеринбургу, ну и, соответственно, другие контрагенты могут увидеть время работы лаборатории в соответствии с их каким-то местным, значит, часовым поясом. Вот так вот очень все просто. Телефоны, e-mail'ы и, собственно, время работы лаборатории. Что, где, когда. Просили пояснить, пояснил. Спасибо большое за внимание. На этом все. И удачи вам!